Нежнейшие булочки Синнабон получаются настолько вкусными, то что по вкусу напоминают пирожные. Расскажу, чем заменить корицу и сливочный сыр. В чашку для смешивания добавьте молоко, соль, сахар, дрожжи. Перемешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 10 минут. Как дрожжи заработали, добавьте яйца и растопленное сливочное масло. Перемешайте. Поэтапно вводите муку. Перемешайте и замесите мягкое тесто. Тесто должно получиться вот таким. Тогда булочки получатся воздушными. Сильно мукой не забивайте тесто. Оставьте в теплом месте на 50 минут. Как тесто поднялось, раскатайте в пласт. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом. Вместо корицы я добавляю измельченные грецкие орехи, перемешиваю их с сахаром. Кто любит корицу, пожалуйста, добавляйте корицу. Полученное тесто сверните в рулет. Рулет разделите на равные кусочки, как вам удобно. И выложите полученные булочки на противень, смазанный растительным маслом. Оставьте на расстойку на 20 минут. После расстойки выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут. Для крема понадобится творог, сметана и сахарная пудра. Все хорошо перемешайте, можете ложкой, можете миксером, в однородную массу. Горячие готовые булочки поверх обильно смажьте кремом. Получаются, ну, очень вкусно. Всем приятного аппетита!